Что это вообще за правительство? Я вижу только то, что они занимаются трудоустройством родственников. Очень усиленно трудоустройство родственников, поиски. Я вижу депутатов, не буду сегодня говорить фамилии, от какой фракции, видно коррупционная составляющая, как они ищут, встречаются с теми людьми, которые хотят продавать им площади для строительства мусоросжигательного завода на территории тут некоторых близлежащих районов, что в этих районах идиоты живут. Я еще раз говорю, как специалист, но не хочу. Вот завод, если надо строить, то его надо строить в Цинцаренах, переработать те сотни миллионов тонн, которые вот, значит, находятся. Потому что надо вот сказать людям, что период вот, разложения стекла или пластика – это 2000 лет. И если мы оставим все это, эти деятели заложили бомбу в Бубуечах, превратили в, значит, в гадюшник очистные сооружения, в Цинцаренах сделали все, что они сделали. Я говорю, как экс-примар Кишинева, почему тогда вопросы решались? Значит, эти люди доведут республику до ручки. Если остальные, не знаю, сколько они будут, 100 дней, 200 дней и так далее, значит, если будут работать так, то можно сказать «Нопти буне, Молдова».